Приветствую всех на нашем канале. В одном из видео мы показывали фидерный заброс под клипсу. И в комментариях некоторые наши зрители просили более подробнее о ней рассказать. Поэтому сейчас мы расскажем и покажем, что такое клипса, где она находится. Также расскажем, для чего она используется и как правильно заводить под нее шнур, чтобы не было произвольных расклипсовок в процессе рыбалки. Итак, клипса — это небольшой язычок, который находится на всех шпулях без нарационных катушек. И предназначена она для фиксации дистанции ловли. То есть, например, когда мы нашли перспективную точку, мы заводим шнур под клипсу, и затем при забросе шнур будет сматываться со шпули только до того места, где мы его заклипсовали. Вот. И таким образом мы всегда будем бросать на одну и ту же дистанцию. Как правило, клипсы бывают двух типов. Это вот такая пластиковая клипса и металлическая. Поскольку при работе с фидером мы имеем дело с более тяжелыми весами, по нашему мнению, для этого типа ловли лучше всего использовать катушки с металлическими клипсами, потому как такие клипсы имеют амортизирующую способность. А также металлические клипсы имеют большое преимущество в том, что они являются идеально круглыми, без острых углов, и тем самым исключается повреждение шнура или лески. В принципе, про клипсу я вам все рассказал. И сейчас покажу, как лучше всего заводить под нее шнур. Конечно, удобно заводить шнур вот таким вот образом сверху. Вот. Но при таком варианте возможны частые произвольные расклипсовки. Поэтому рекомендую заводить шнур снизу. Это, конечно, не так удобно, но зато надежно. Показываю, как это делается. Вот таким вот образом запускаем шнур снизу под клипсу и делаем один оборот. Вот. При таком варианте мы никогда не потеряем дистанцию. Если еще остались какие-то вопросы, пишите в комментариях. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Смотрите много интересного видео. До новых встреч. Также смотрите другие интересные видео на нашем канале. И не забудьте подписаться, чтобы ничего не пропустить.